Кстати, Дания нас поддерживает, и тоже у них отношение к Северному потоку 2. Два месяца стоят. Коллеги, у нас было останнее питание. Коллеги, у нас был последний вопрос. Серьезно, все поставили запятые. Серьезно, все поставили вопросы. Окей, я вас услышал, смотрите, спасибо вам. Дякую. Скажет, где не хожу, чтобы вы... Добре. Послушайте. Добре, давайте... Добре, я вас прошу, добре, давайте без сльоз, дуже добре. Давайте так, я почув про Філатова, відповідаю. Давай, можна я відповісти вам на питання Філатова? Могу я вам ответить на вопрос о Філатові? Перше. Дуже цікаво, що ви Мещерякова, Ніна Андріївна. Почуйте мене, будь ласка, пані Ніна Андріївна. Я вас почув. До пана Филатова я не имею никакого отношения. Вы сами... К Филатову я не имею никакого отношения. У вас прописка Днепровская? Я извиняюсь, у вас прописка Днепровская? Извиняюсь, у вас прописка Днепровская? Вы говорите про мэра Филатова. Я запитую, вы сами из Днепра приехали? Вы сейчас из Днепра приехали? У вас Днепровская прописка? Прекрасно. Вы прекрасно. Скажите мне адресу. Скажите мне адрес. Маяковського 51Б. Маяковського 51Б. Ми записали. Ми вирішимо це питання. Маяковського 51Б. До Філатова не маю ніяких відношень. Філатова я не маю ніякого відношення. Спасибо. Я зрозумів. Я понял, я понял. Дивіться, я не можу подзвонити. Смотрите, я не могу позвонить 40 миллионам людей. Я услышал вас. Я услышал. Можно я отвечу? Еще раз. Мы записали. Мы зрозуміли адресу. Мы поняли адрес. Мы зробимо все, щоб ми сделаем все, чтобы решить этот вопрос, эту проблему. У вас какой вопрос? Да. Я похоронила двоих. Домовились. Я хочу, чтобы вы приняли и выслушали меня. Только что уже вы господин Смирнов пообщался и поехал работать. Пожалуйста, я вас очень прошу, при всем моем уважении, при всем уважении, просто меня не хватит на всю нашу страну. Пожалуйста, послушайте. Пожалуйста, послушайте. Я вас очень прошу, мы хотим решить проблему. Послушайте, господин Смирнов, мне только что сказали, к вам пришел, и у вас уже взял всю информацию и поехал решать вопрос. Не, ну дивіться, ми ж отримали питання. Ну смотрите, ми вже получили вопроси. Господин Смирнов поїхав рішати. Хочете со мною? Господин Кирилл Тимошенко сейчас к вам подойдет. Во вторник на Банковой я с вами встречусь. Подходит? Счастливо. Спасибо, счастливо. Дякуємо, друзі, закончили. Що? Спасибо, друзі. Я займаюсь. Я занимаюсь делом. Я уже главный у нас полицейский. Я уже главный полицейский у нас. Генеральный прокурор, глава службы безопасности, человек, который занимается миграцией, человек, который занимается Филатовым, человек, которого вместо Филатова должны были избрать мэром тогда. Я уже все. Шереметом занимаюсь. Дякую. Счастливо. Спасибо. Счастливо вам.